Я понимаю, что расследование только приобрело такие масштабы нужные. Геноцид. Геноцид советских людей на территории Беларуси. Эта тема не просто должна звучать. Мы должны, в конце концов, наше поколение должно показать, что происходило в середине прошлого века, годы Великой Отечественной войны. Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить, но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы, слава Богу, здоровы родственники. И они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую они против нас развязали. Вот совсем недавно разумный человек сказал, что «Mein Kampf» в настоящее время остается актуальной. То есть как были они нацистами, так они остались, только формы. Совершенно другие формы. Притом негодяи, например, Литвы видно, они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, так сказать, образно говоря, мы их защищали. Поэтому нам успокаиваться ни в коем случае нельзя. И спасибо вам, что вы взяли эту тему для рассмотрения. И я получаю информацию, ваши ребята работают. Если нужна помощь, вы говорите.